Да, дропшот рулит. Поставлю сейчас дикоевскую жиголовку, не шарнир. Посмотрим, может что-нибудь изменится. Ставим что-то типа Поляриса. Поставлю нимба маленького крезефиша. Если уж он не сработает, иду за Кощеем. Погода меняется, жара стояла, сейчас что-то затягивает. Ага. О-о-о-о. Зверь. Какого нимба съел? Беги, монстр. Окунь неактивный. Ладно, берем Кощея. Пробуем хоть уклейку половить. Странно, даже уклейка не хочет клевать на мормышку с опарышем. Это еще что за дела? Видно, он уклейка плавится, а почему клевать не хочет? Что ее не устраивает? Стукнет и бросает. Ладно, пойду кофейку попью. Тут что-то какие-то непонятки сегодня. Thank you.
кофейку попью сейчас, да домой. Ящичек взял как путевый, думаю, сейчас окуней напластаю. Два спиннинга. Новый штатив с дистанционным управлением. Что-то я проголодался. Сейчас тушеночки замутим с галетами. Вещь будет. Красотень. Рыб не поймал хоть на свежем воздухе. Покушаю. Что, попробуем? Вещь. Это что-то с чем-то. Не знаю, как кому. А мне нравится. На свежем-то воздухе. Тень. Еще побросаю маленький лагерь, в принципе, уже собрал. Только загрузиться и в машину унести. Не хочет рыбу сегодня клевать вообще категорически. Еще побросаю маленький лагерь, в принципе, уже собрал. Только загрузиться и в машину унести. Не хочет рыбу сегодня клевать вообще категорически. Ага. О, окуняра. Окуняра крупняк. Вот еще закинем. Ага. О, окуняра. Окуняра крупняк. Это еще закинем.
вершинка на ногах светится оранжевым. Отлично видно, вот в сумерках. Не знаю, как камера это покажет. Не, темно уже, надо домой ехать. Все, крайний заброс и собираюсь. Неправильно рыбалка сегодня.